В социальную сеть ВКонтакте спортсмен заходит регулярно. Его страничка пестрит антисемитскими записями. Откуда в нем столько агрессии и насколько он опасен для общества, выясняет полиция. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВ МИАС. Ни дня без аварий. За сутки на территории Миасского городского округа произошло 9 ДТП. В одном из них столкнулись 3 легковых автомобиля и автобус ГАЗ. Пострадавших нет. Случилось дорожно-транспортное происшествие в вечернее время на Тургаякском шоссе, недалеко от Пошт-техники. Из-за аварии в час пик движение было затруднено. В районе Тургаякского шоссе 7 произошло ДТП с участием 4 автомобилей. Рено Логан, Лада 13 модели, автобуса Газель и автомобиля Приора. В результате дорожно-транспортного происшествия транспортные средства получили механические повреждения. Судя по кадрам, все 4 автомобиля получили серьезные повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят расследование. По чьей вине произошла авария, выяснят специалисты. Кроме того, вчера произошло ДТП с участием автомобиля и велосипеда «Урал». За рулем машины был опытный водитель, а на велосипеде ехал несовершеннолетний. Люди не пострадали. «Урал» получил механические повреждения. Инспекторы напоминают, что велосипедисты должны знать правила и соблюдать их, как любые участники движения.